пока Вендел душ принимает, мы пока с тобой погуляем. Ты знаешь, мне это чем-то напоминает площадь Венеции. Сент-Марко, по-моему, называется. Вот та же самая история. Только она, конечно, побольше, она выходит на воду. Тоже так же. Красота. Ветер сейчас, наверное, будет шуметь, ничего не будет понятно. Вот это тоже, наверное, все отели, скорее всего. Я не могу поверить, что тут люди жили. Это поп какой-то. То есть не поп, а папа. А вот свои балкончики красивые. Можно и туда вот зайти, вот в те арки, где магазин. Там все на